Красота какая! Шахтер забивает второй на 74-й минуте. И, судя по всему, меч уже успокаивает. И Максим подает вниз. Заметался мяч Пушняков. Удар по воротам и гол. 1-2. Забивает футбольный клуб Мин. Жаркая концовка нас с вами ожидает. Шахтер спокойно доведет дело до уверенности. Заслуженно. Громыко. Разбег. Гол. 1-0. Открывает счет Новобачинский клуб. На 38-й минуте Валерий Громыко. В некоторых ситуациях что делать? Неуверенно играет. А пока Валерий сейчас уходит в штрафную. Удар. Смертный удар. Это 2-0. Шикарный удар от футболиста Борисовского Батэ. Это Дмитрий Бессмертный. Бессмертный делает счет. Определится победитель по итогам двух матчей. Матч на своем поле и на поле соперника. В следующий раунд выйдет команда, забившая по итогам двух матчей большее количество мячей. Если обе команды забьют равное количество мячей по итогам двух матчей, нас будут ожидать экстра таймы, два дополнительных тайма по 15 минут. Если же по итогам этих двух дополнительных таймов также не определится победитель, то мы его выявим в серии пенальти. Итак, для того, чтобы начать нашу жеребьевку, я приглашу сюда лучшего футболиста страны 2022 года Владимира Хвощинского. Ваши аплодисменты. Здравствуйте. Итак, объясню немножко технику. Вытаскиваем мы по парам. Первый шар – это хозяин первой пары, принимающая сторона. Второй шар – гостевая команда первой пары. И так по очереди. Я думаю, если все готовы, мы начнем. Итак, Владимир, перемешиваем, достаем, определяем.
Итак, принимающая сторона в первой паре. Торпедо БелАЗ открывает нашу жеребьевку четвертьфинала. Первый матч пройдет в Жодино. Кто же поедет в гости к Жодино? Отличная пара. В Жодино поедет солигорский Шахтер. Трехкратный обладатель кубка, к слову. Продолжаем. Пара номер два, принимающая сторона. Бобруйская Белшина. В гости в Бобруйск тоже поедет. Итак, в Бобруйск поедет Борисовский Батэ. Пятикратный обладатель Кубка страны. В этом плане самый титулованный клуб Беларуси. Третья пара, принимающая сторона. Славия Мозырь. Продолжаем. Кто же поедет в гости в Мозырь? Наверняка Слуцк, да? Конечно же Слуцк. В Мозырь едет Слуцк. Отличная пара, я считаю. Кто же у нас остался? Очень сложный вопрос, наверное, для всех. Итак, принимающая сторона в последней паре. Витебск. И в гости Витебск, как мы уже все поняли, едет гродненский Неман. Отлично. Итак, Владимир, спасибо вам. Прекрасно, прекрасно прожеребили. Пары шикарные. Наверное, стоит перечислить для начала, что же у нас получилось по итогам нашей жеребьевки. В четвертьфинале у нас такие пары. Торпедо БелАЗ Шахтер, Белшина Батэ, Славия Мозырь Слуцк и Витебск Неман. Матчи четвертьфинала Кубка страны пройдут в марте. Дату и время наш департамент проведения соревнований определит позже, и вы обязательно об этом узнаете. А пока подписывайтесь на все наши соцсети Ассоциации Белорусской Федерации Футбола, следите за новостями на нашем официальном сайте и, конечно же, следите за нашим великолепным белорусским футболом. Спасибо, дорогие зрители, спасибо, зрители нашей онлайн-трансляции. Всего доброго!